Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Кирилл Плетнев известен зрителю по запоминающейся роли в сериале «Диверсант». У 40-летнего артиста много работ в отечественном кино. Но мало кто знает, что это талантливый человек и еще и многодетный отец. Себя он справедливо называет «папой выходного дня», так как все три сына у него от разных женщин. Но Кириллу удается практически невозможное – собирать детей вместе и дать им почувствовать, что они одна семья. Постоянные съемки надолго разлучают отца с сыновьями, но свободное время актер всегда посвящает детям. Недавняя встреча с наследниками была в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Счастливый отец показал фотографию, которая запечатлела счастливые минуты, проведенные вместе. Актер очень любит своих малышей – Георгия, Федора и Александра. Кто мать первого ребенка, достоверно неизвестно. Кирилл отказывается комментировать этот факт. Ему приписывали роман с ассистентом режиссера и сестрой близкого товарища, юристом из Пскова. В 2010-м актер впервые женился на коллеге по цеху, актрисе Лидии Милюзиной. Съемочная площадка сериала «Ищу тебя» стала местом первых встреч. Вскоре у пары родился сын Федор. Однако последовал развод. Причиной стала связь Плетнева с актрисой Ингой Аболдиной. В 2014 году у Кирилла завязались отношения с Ниной Ненидзе. Официально оформлять их пара не спешила, но уже в 2015 у них родился сын Саша. Свадьбу сыграли только спустя 3 года. Мероприятие было закрытым и присутствовали только близкие родственники и друзья. Но и этот союз распался еще в прошлом году. Супруги не комментируют это событие. Причины остаются загадкой для поклонников Кирилла. Но осуждать актера за такое поведение никто не берется. Он поддерживает прекрасные отношения с матерями своих детей и отлично справляется с ролью отца. Если вам нравится этот актер, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!